Всем привет! С вами Ирина Маркелова. Сегодня буду рассказывать вам про копеечный сервис, где можно раскручивать свой бизнес, свои посты, свои социальные сети и при этом очень мало платить за рекламу, а выхлоп будет большой. Есть такой сервис TaskPay. Нажимаем «Создать задание». Сначала делаем пост. Сегодня я буду раскручивать свой закрепленный пост и свою страничку ВКонтакте. Вот 6 минут назад я закрепила запись по проекту «Всем миром». Здесь я поставила свою реферальную ссылку, поставила хэштеги. И главное, что в первые 15-20 минут надо на этот пост лить как можно больше трафика. Здесь я поставила свои скриншоты, свою фотографию и поставила видео. Даже вот так вот будет получше, когда... Моя фотография и видео и два скриншота. Копируем запись. Нажимаем правой кнопкой мыши. Копировать адрес ссылки. Переходим в сервис. Нажимаем создать задание. Здесь пишем лайк. Добавиться в друзья. Тип задания выбираем соцсети. Здесь ставим свою ссылочку. Расписываем по пунктам, что нужно сделать в вашем задании. Это мы все убираем. Также пишем лайк на пост. Добавиться в друзья. Написать коммент. Например, я в теме. Плюсик. Крутой проект. Я уже там. И тому подобное. Дальше. На выполнение можно дать 15 минут. Будет у меня автоматическая проверка с контрольным вопросом. Чтобы я не заходила сюда, не проверяла, у меня будет проверять автомат. Здесь нужен вопрос для проверки выполнения задания. Значит, на какой, вот у меня будет такой вопрос, на какой кошелек мне пришли деньги? А пришли деньги на мой кошелек Payeer. Так и запишем. На какой кошелек мне пришли денежные переводы? Человек должен прочитать пост, прежде чем ответить. Здесь мы можем поставить 10 копеек, количество 50. Итого мы заплатим 5 рублей за 50 выполнений. Создать задание. Вот и все. Сейчас немножко я подожду, нажму на паузу и посмотрю, как будут выполнять люди задания за 10 копеек. То есть 5 копеек они заберут себе, 5 копеек пойдет сервису. Итак, ждем. Обновим страничку, посмотрим. Сколько у меня людей стали выполнять задания. Количество выполнений 3 из 50. Ну, прошло 5 минут всего. Давайте посмотрим в оповещениях у меня. Вот, подали заявку. Вот, видите, плюсик поставил на странице. И вот 6 человек у меня отлайкали. Ну, помимо выполнения заданий, еще у меня, видите, мои подписчики лайкают и вот добавляются в друзья. Вот такой сервис. Ссылочку на него я оставляю под видео. Всем пока!